Вот отец Акима уезжает в отпуск. Ему дали в местной епархии вот такой документ. По милости Божией составлено. Видишь, как не указали, что там РПЦЗ, чтобы не было препятствий. Ну все, это копии мы сняли. Угу. То же самое. Как умно составлено у них. Валентин Михайлов, ты его знал, нет? Да нет, я видел, а не знаю. Он молодой там сидит. Ну что, говорят, там у нас община прибыла. Да. Мироном. Да, совершенно правильно. Да слава тебе, Господи. Мне очень сильно нравится имя. Ну, а кто это? Придумал такое имя, да? Нет. Ну, как придумал? А кто Игнатий придумал имя? Ну, так у меня по графику, по рождению было. Ну, не, мы тоже как бы смотрели. А кто первый-то сказал, что так назвать? Игнатий Тихонович, такие вопросы оба мы вдвоем раз и сказали. А у нас никто не спрашивал, кто крестил дедушка Терентия. А там было Иннокентий и Евтихий. Он говорит, Игнатий, все, поклонились и пошли. А я еще, конечно, рад был, что меня так назвали. Все. Музыка. Все. Матушка, спаси Христос. Так, все, вот это да. Угу. Господь да благословит, ангела-хранителя. Вы этому, к Сергею-то Козлову не заедете? Ну, попробуем заехать, думаю. Ну, о чем мы говорили, там кого-то еще увидеть, то Головина-то. Вот бы здорово было. Где Головин? В Казани, а это куда? Ты что? Где? Нет. Казань-то не туда? Ну что, где? Он сейчас написал тут с одним человеком, большим, на 19-й год обязательно должны как приехать. За него всегда молись там, всегда. Чтобы Господь помиловал его. Батюшка уезжает. Местная епархия Московского патриархата выдала ему справку, все как, молитвенное общение. Я все удивляюсь, как Господь услышал наши молитвы и такого митрополита прислал, Иванников Сергий. Да сохранит и соблюдет его Господь для Царствия Небесного. А вот что здесь на земле назначено, это только Бог знает. Я на дорогу вот выйду, чтобы отсюда было видно до самого конца, где батюшка идет. А там как арка какая, деревья-то склонились. Похоже, арка. Вот он в арку заезжает. Николай Крущина его привез. Мне места не нашлось там это для моих товаров. Потому что батюшка тут набрал меду по 3 литра. На бабушкам накупил, повез подарок. Всю машину загрузил медом. Батюшке нашему везде двери открыты. Вот поехал по мощам, по монастырям. Разным дулевищам, там другим ДС. На Д все вылазят, да. Показать, что они слушают и распространяют ложь. Везде ищут всякие пакости. Если вы с Богом имеете общение, вы бы знали тогда, а то и батюшка уже безблагодатный, литургию не может совершать, а архиереи с ним совершают везде. Ну, просто так вот привык человек в злобе жить, и он не понимает, что грех творит. Да простит и не вменит им Господь. В природе есть падальщики, есть животворящие все. Ну, кому мы будем подражать? Ой, кошечка пришла провожать. Какая синенькая. Серая она. Вот батюшкин дом. Все сдаля, может быть, видно и нет. Храм будет. Да нет, он стоит там дальше. Я уже показывал его не раз. Вот его домик. На втором этаже богослужение было. Да так, о, я пошел сюда, а там следом за мной человек идет. Помаленьку шевелится. Бабки такие едут, дорога разговаривает. Вот она моя Сусанна. Надежда к родной сестре идет, к Нине Васильевне. В гости.
Ну вот так показал я с синей печатью, а то скажут, подделывают. Если имеете связи с Богом, молитесь, вам бы Господь показал. Что так? Вот она. Московский патриархат. Напрямую мы в него не ходим. 17 августа. Номер 29. Удостоверение. Настоящее удостоверение дано протоиерею Акиму Тихоновичу Лапкину, настоятелю крестовоздвижческой общины города Барнаула, в том, что ему благословляется отпуск с правом выезда за пределы епархии с 27 сентября по 26 октября 2018 года. Протоиерей Аким Лапкин состоит в молитвенно-каноническом общении с Русской Православной Церковью. Священнослужение не запрещен, под церковным судом и следствием не состоит. Вот так она близко слишком была, заново показать надо. И печать тут стояла, она не отобразилась. Слабенькая такая, контур только. Слава Христу! Услышал наши молитвы и дал такого вот архиерея. Мы не знаем, что будет завтра. Может быть, опять прежнее вернется.